Şimdi remote portunuz bilmiyorsun be. Remote portu istedim. Ya. Во, где здесь вот этот ремонт, я? Знаешь, два этажа пентхаус, смотри. Им прораб приорный зоку. Старший гимн был пятый. Я же просто им бежало, им касадет, десалтал. То есть гимн слышно не знаю, гимн договор тут не знаю. А что хозяин дарит им тен? Хозяин дарит гимн. А блин, это айтайн не. Что такое не сгем? Ат на цар, ат на. Атын наша өздер емесін, шалсын, қарша. Это мы находимся в 7-м микрорайоне. Двухуровневый. Со слов рабочих, здесь на протяжении уже 2 месяцев они проводят ремонтные работы. Владельцем представляется некий Алымбек. Давайте посмотрим. Молодцы. Государственная квартира, как вы видите. Кто проживает, неизвестно. Ремонт делают уже 2 месяца. Квартира, как вы видите, двухуровневая. Кто делает ремонт, неизвестно. А вы не знаете, кто здесь жил или живет? Недавно взяли только квартиру, купили. Тут ремонт сейчас делают. Точно не знаю. Кто не знаете, да? По-моему, депутат какой-то. Депутат? Да. А какой депутат? А раньше кто проживал? Никто. Ну, не знаю, да. А депутат это, он приезжал сюда? Ну, я видел пару раз, но я не могу сказать. О, Германти Патриоли, 20-й же квартира. 20-й? У вас номер 20-й квартира? Не знаю, не помню, а что с чем-то. Просто эта квартира же государственная. Да. Вот хотелось бы знать, кто здесь живет. Ну, братом живет. С братом живешь? Да. А брат где работает? Здравоохранение, Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения, а кем? Замминистра. Замминистра. А как зовут? Улукбек. Улукбек, а фамилия? Виктор Шумович. А фамилия вообще? Вот Виктор Ганов. Виктор Ганов. А давно здесь живете? Пару месяцев. 3. Дверь нам никто не открыл. Соседи говорят, что видели мужчину и женщину где-то около 2 недель назад. Кто проживает в этой квартире, неизвестно.